На космодроме Восточный продолжаются увольнения. Вот ушел глава НПО автоматики Леонид Шалимов. Причем по собственному заявлению его увольнение одобрил совет директоров. Именно это НПО автоматики оказалось виновно в сбое при первом запуске с космодрома. Ранее Шалимов по решению вице-премьера Дмитрия Рогозина был отстранен от работы на время расследования. Я написал заявление об освобождении от должности. Но если меня возьмут на работу на НПО автоматике, то буду заниматься НПО автоматикой. Тем много. Я просто разработчик, и мне это нравится. Обвиняемый в крупных хищениях при строительстве космодрома «Восточный» менеджер останется под домашним арестом. Бывший директор Тихоокеанской мостостроительной компании Виктор Грибнев не сможет никуда уехать, по меньшей мере, до середины июня. Так решил сегодня Приморский краевой суд. По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года он заключил заведомо невыгодные для его компании договоры поручительства, похитив тем самым почти 300 миллионов рублей. Также, вопреки интересам фирмы, заключил ряд договоров в целях извлечения выгоды для других лиц. Это привело к ущербу компании на общую сумму свыше 130 миллионов рублей и ухудшению ее финансового положения.